Дорогие друзья, сегодня хочу вам показать свои дыньки. Выращиваю их первый год в теплице. И вот такие плодики у меня уже завязались. Это дынька Злата Скифов. Смотрите, вот уже подпорочку под нее подставили. Вот такого она уже размера, достаточно большенькая. Здесь подарок солнца завязался. Вот такая продолговатая, тоже нужно либо подставочку, либо ее подвязать. Пока еще не знаю. Хочу еще опылить еще одну, чтобы на каждом кустике было по два плодика. Не знаю, получится или нет. Долго пчелкой работала. Вот здесь пока удалось опылить две дыньки. Одна, в принципе, большая. И вот эта дынька Кредо, смотрю, тоже опылилась два плодика. Вот. Я очень хотела эту дыньку попробовать. Дыня Кредо. Вот плодик опылился, и вот здесь начал расти, буквально вчера был прям маленький. И вот я думаю, что два, по крайней мере, надеюсь, что дынька моя. Вот, кстати, еще один плодик, посмотрите-ка, пропустила. Вот он, смотрите какой, этот завязался точно. Вот такие у меня здесь будут урожаи. Дыньки будем кушать. Надеюсь, что будут вкусные и сладкие. Вам желаю тоже богатых урожаев и всего самого-самого хорошего.